А в Ухте сегодня искали бомбу. Утром местный житель позвонил в МЧС и сообщил, что намерен привести в действие взрывное устройство прямо в своей квартире по адресу Советская, 16. На место оперативно выехали все экстренные службы, однако, к счастью, сообщение оказалось ложным. Ухтинец сам открыл дверь полицейским, реальной угрозы зданию и людям не было. Мужчину доставили в медицинское учреждение. Известно, что проживал в квартире он один и систематически употреблял спиртные напитки. Состоит ли он на учете в психоневрологическом диспансере, информации пока нет.